здесь все засадили вот такими колючками, чтобы люди не лазили. Вот, я уже ужасно поцарапался. Но эти стены стоят того. Вот, это место, как мы видим, насквозь. Это значит, что здесь когда-то было бревно заложено. И были какие-то конструкции деревянные. Вот так вот. Стена. Остаток ее, да? Просто прорастает сквозь землю и время. Сейчас мы спустимся к амфитеатру.